Леночка, все, я хочу, чтобы ты дала отзыв, пока ты там лежишь, кайфуешь. Я у инопланетян уже. Вот, унесло меня. Турбулентность. Круто. Правда, какое-то ощущение такое. Другой реальности. Тепло, комфортно. Ты сейчас сказала, вот, что твои вот это после аварии проблемки, они стали ощущаться, да? Да, поэтапно проявлялись в теле ощущения, достаточно интенсивные, чистой такой локализации. И по мере проработки отступали. То есть они ярко появлялись и отступали? Через какой-то период времени, да, судя по всему, шло воздействие. Проработка. Да, и дали спокойствие в этом месте. Отлично. Вообще кайфово? Да. С каждым вот этим бзз, расслабление все больше и больше. Прям такая вот нега. Я волна, новая волна. Отлично, молодец. Ты же первый раз же, да? Угу. Загадывай желание. Вау. Может быть лучше? Да. Ты знаешь, сейчас на тебе массажные, получается, даже накладки на глаза. Они восстанавливают зрение, убирают мелкие морщинки. Так что ты у нас красотка еще будешь. Я вот пока ощущаю, что очень снимается напряжение с глаз. Да. Межбровка расслабляется посредством этого. Нет. Ну, в целом прям кайф. Покупай такой аппарат и кайфуй себе дома.